Всем привет! Хочу сегодня сделать маленький обзор опасной бритвы Стиз любительская. Вот такой у нее футляр родной 54 года бритва. Вот такая оправа Стиз Москва. Бритва любительская. Вот, можете видеть. Новое сохранение бритва. Ну, что я могу о ней вам рассказать? Бритву эту я ждал долгих 2 года. Как вы можете видеть, это бритва барберская. Советская барберская бритва. Значит, 6 восьмых. Обушок 5 миллиметров. Вот такая широкая. Форма, видите, какая, как у батчера. Пластик. Ну, в общем, все отлично. Никаких претензий. Широченная бритва. Завод Стиз. Значит, качество стали вообще на высоте. Бомба. Колючая. Зарывается в кожу. Можно сказать, называется она любительская, для любителей, но бритва даже больше подойдет профессионалу. Вот. Такая вот бритва. Не могу нарадоваться ею. Долго ее искал. За 2 года всего лишь одно объявление было. До сих пор эта бритва висит на OVX, но у нее треснутый. Треснутая у той бритвы, что я не купил, оправа. Нулячая бритва. Вот. Была подарена известному украинскому поэту. И после его смерти внук мне ее продал для обзора. Шикарнючая бритва. Вот. Стиз любительская. Что могу сказать, друзья? Если кому-то попадается в руку такая бритва, не раздумывая, берите, даже если вы начинающий, со временем научитесь. Очень классная бритва. Рекомендую. 5 с плюсом. Всех благ вам. Пока.